Доброго дня, шановні телеглядачі. Сьогодні до нас в студію завітав дуже цікавий гість, незвичайний гість Володимир Жаріков, кандидат філософських наук, актер, каскадер, тобто людина, яка має дуже великий життєвий досвід. І доброго дня, доброго Володимире, дня. Із якою ми хотіли би поспілкуватися на незвичайну тему для нашого суспільства, для нашого часу. Це соціальна справедливість. Є вона і чи можливий шлях до неї в наших реаліях. Розкажіть, будь ласка, Володимир, як ви вважаєте взагалі життя, яке ви прожили? Я знаю, що у вас було дуже буремне, цікаве життя. І які були на цьому шляху перепони? В двох словах розкажіть, як воно було? Була чи в вашому житті соціальна справедливість? Ви розумієте, якщо вірити мудрецям і філософам древності, как Платон, Аристотель, Цицерон и многие другие, которые разбирали и рассматривали, как же жил народ всегда. И они пришли к выводу, что народ в те времена всегда жил в обществе социальной несправедливости. До сегодняшнего дня, если опять же просмотреть, как живут народы в самых разных странах мира, и убрать пиар, когда пиарят эту страну и этот народ, то получается, что мы тоже жили всегда в обществе социальной несправедливости. А вот чисто теоретически эти мудрецы пытались создать такую формулу общества социальной справедливости. Вот, например, Цицерон, да? Но все философы мира, которые занимались этой проблемой, все они определяют только одно, что любой правитель в любой стране, главный его интерес – это интересы страны и интересы народа. То есть рост благосостояния человека, качество жизни. Вот если правитель выполняет эту функцию, и народ ну, постоянно, постепенно растет в своем благополучии, да, это хороший правитель. И такая интересная фраза есть, афоризм, что у мудрого правителя уши должны быть всегда открыты для самой горькой правды и закрыты для сладкой лести, потому что льстец разрушает правителя, по сути дела. Ну, понимаете, Цицерон, например, говорит, что для того, чтобы создать общество социальной справедливости, должны быть определенные социальные условия. То есть духовно развитый народ, нравственно воспитанный, широко образованный и, так сказать, у него хорошо развито правовое сознание, то есть он знает законы. Вот такой народ, только такой народ может достигнуть желаемого, то есть демократии. Демократия – это народовластие. И не позволит мошенникам, аферистам, всяким там честолюбцам, болтунам прийти к власти. Потому что, понимаете, когда они приходят к власти, то есть народ выбирает как бы каких-то там правителей, депутатов и так далее, а потом всю жизнь борется с ними за свои права. Владимир Ильич, а вот хотелось бы еще вернуться к первому веку до нашей эры, как вы представили нам известного древнеримского правителя, он же был политиком тоже, философа, адвоката, в свое время он был государственным тоже деятелем, то есть он был, начинал с квестора, потом его претором, потом он был консулом, и сын его был проконсулом. Марк, тоже Марк звали его, Цицерон. Мы хотим поэтому понять, ну неужели яркие пятна отсутствовали в истории, когда вы говорите, что в основном было общество несправедливости? Хотя, с другой стороны, я знаю, что около года он вообще правил Римом, и даже Цезарь его пощадил, простил ему, да, когда он пытался идти в политику в разрез триумвирата, который они создавали, и республика на глазах рушилась. И в конечном итоге все-таки пострадал Цицерон, его убили, Марк Антоний приказал его отрубить ему голову и руки принести, показать, что все-таки восторжествовала несправедливость крайняя, когда человек с настоящей прогосударственной, как вы сказали, позицией, который желал добра и который вынес, наверное, основную формулу для нашего украинского населения, с моей точки зрения, которая называется «Необходимо стать вначале рабом закона, чтобы впоследствии быть свободным человеком». Его знаменитая Филиппики, его знаменитая речь обвинения Кателины, который пытался совершить заговор против республики, они как раз нам говорят о том, что мы эту формулу можем воспринять или не воспринять. Что будет, если мы не воспримем эту формулу? Вы знаете, прежде чем ответить на этот вопрос, значит, я приведу пример, как Цицерон разбирал те общества, в которых в то время жило человечество. Собственно говоря, в этих системах общественных оно и сегодня живет. То есть он разбирает, он выделяет четыре типа общественного устройства. Монархия, авторитарное правление, олигархия и демократия.
Ни одно из этих общественных систем он не принимает и объясняет почему. Скажем, монархия или авторитарный правитель, если он, например, умный, талантливый, а такие рождаются раз в 100-200 лет, то тогда да, есть подобие общей социальной справедливости. А все остальные, там 100-150 лет, народ живет с каким-нибудь плохим правителем, злым, вредным, там, ну и так далее. Вот. Далее он говорит, что олигархию мы отбрасываем сразу, потому что олигархия подавляет общественный интерес. Потому что главным действующим лицом любого государства является народ и страна. И что забота правителя об интересах страны и народа должна быть всегда. И качество жизни человека должно повышаться от года к году. Но олигархи не дадут этого делать, потому что они подавят общественный интерес в свою пользу. И они будут править этим народом и так далее. Да, своего рода олигополия получается. Какой у нас режим совпадает с нашим. Да. Демократия, он говорит тоже, демократия не подходит. Хотя это хорошая, в смысле, идея и мысль, но она не подходит. Почему? Народ невежественный и необразованный. И что только тогда может быть демократия, народовластие, когда народ, я еще раз повторюсь, нравственно воспитан, духовно развит, имеет широкий круг образования и правовое сознание развитое. Вот тогда он, вот такой человек, такой народ, никогда не позволит встать у власти какому-нибудь проходимцу. Хорошо. И так далее. А мы отбросили два варианта, такая демократия, которая подразумевается в развитых странах мира, а Украина уже не только не в развитых и не развивающихся странах, да, а просто она в категории бедных стран. То есть нам не светит в ближайшее время демократия, с вашей точки зрения. А что нам тогда светит, аристократия или диктатура? Вот вы понимаете, все зависит, ну как есть формула, что историю творит человек. И что изменить историю не может даже Бог, сказал один мудрец. То есть история, какая она есть, такая она и есть. Никуда не денется, потому что человек ее творит. Люди разные. Скажем, вот есть в обществе, в котором мы живем, да, умный не имеет преимуществ перед глупым. Талантливый перед бесталанным и так далее. Если мы так пройдемся по качествам, скажем, лживый имеет преимущество перед правдивым. Правдивого не очень-то так слушает, его отбирает. И все проблемы решаются с помощью административного ресурса, взяток кумовства. До тех пор, пока в стране будет вот такой порядок, ничего хорошего в ней не будет. Потому что качество жизни человека в нашей стране, которую я люблю, оно падает. Оно падает вниз, народ нищает. Скоро, как у нас, знаете, уже шутят, вот на староконном рынке шутят, скоро, говорит, пенсионерам будут давать веревку и мыло, потому что все, ресурсы исчерпаны, платить нечем за коммунальные услуги, за все остальное, кругом дороговизна растет, из народа еще и повышают коммунальные услуги и все остальное. Ну, депопуляция произойдет, если говорить верно. Таким корректным, политкорректным языком. Да. Или вот многие политики, я знаю, в том числе вот оппозиционной политики в Украине, говорят, что у нас наступает эпоха геноцида собственного народа. Ну, где-то может так... Я говорю деградация. Я говорю немножечко мягче. То есть идет попросту деградация во всех областях жизни нашего государства. Вот посмотрите, вот как бы я, например, Одесса, я ее хорошо знаю, люблю, живу здесь уже лет 60, и я знаю, что здесь были огромное количество заводов, вот, например, стройгидравлика и завод отделения стрелянных танков, эти два завода, да, они производили хороший товар и продавали его в 70-80 стран мира. И это все шло в бюджет. Бюджет шло. Бюджет пополнялся, пенсии были хорошие, было 120-132 рубля, по тем советским меркам это была большая пенсия. Вот, понимаете? Сегодня у нас все стоит. Хотя вопрос заключается в том, чтобы созвать специалистов, профессионалов, посадить их за стол и сказать: ребята, проведите инвентаризацию всех заводов, которые есть, подумайте о том, как их восстановить, какой товар они будут производить, и чтобы этот товар был нужен и продаваем,
и на внешнем рынке, и на внутреннем рынке. И начнет подниматься экономика. Хорошо. Владимир Юрьевич, я думаю, что в какой-то степени я разделяю позицию вашу, что если мы в одну руку возьмем как инструмент закон и правителя, который прогосударственный, в другую руку возьмем сильную экономическую модель, которую надо выбрать, да. Например, там модель народного капитализма, то тогда нас ждет успех, да, вы считаете? Да. Вот это мы уже по следам Цицерона идем и видим успех той же Италии, которая все-таки превратилась в современное демократическое, не авторитарное государство. Хотя там тоже мафия одно время задавала тон, правила, бал. Вы знаете, если мы возьмем Новый Завет, то там четко написано, что за овечьей шкурой прячутся волки алчные. Подлинной демократии нет ни в одной стране мира. Вот я изучал все это, нет ни в одной стране мира. Попытка такой демократии, которая не осуществилась до конца, это было, смотрите, в советское время, как бы его ни ругали, бесплатное образование, бесплатная медицина, там, бесплатные все кружки, какие только хочешь, дети были заняты, оттуда они получали даже профессии, потом шли по этой профессии, работали по этой профессии, понимаете? Вот это все было. Бесплатный отдых практически, да. Бесплатный отдых, потому что 30% платили мы за путевку и 70% платил профсоюз. То есть были созданы условия для народа, для всего народа, потому что, понимаете, как только общество делится на меньшую часть богатых и большую часть бедных, то богатые всегда купят власть. Богатые стремятся купить власть. Вот почему Цицерон олигархию выбросил сразу. Он сказал, она неприемлема. Это общество такое, которое будет покупать власть и заставит эту власть работать на себя. То есть власть будет как там, тряпичная кукла, которая будет подчиняться прихотям этих богатых людей. Поэтому демократия отрицает, истинная демократия отрицает олигархию и так далее. Должен быть все понятно, что все богатыми быть не могут. Не хватит ни ресурсов, ничего. Значит, но все благополучными быть могут. И какой дается вариант? Духовное и нравственное развитие. Когда человек много читает, изучает, совершенствуется вообще в своем знании и интересе к жизни, да, то тогда, вы понимаете, он начинает понимать, а нахрена мне столько много денег? Да. Кстати, я вот хотел проиллюстрировать тему социального неравенства, и мы говорим, есть ли путь справедливости, и какой он должен быть для нашей страны, в каком измерении мы это должны прочитать это и увидеть. Когда мы говорили о том, что средняя заработная плата была инженерно-технических работников, будем говорить, там 150-160 рублей советских, то у, например, районного прокурора городского было 350, а у секретаря ЦК КПСС, или там ЦК партии, 500-550. Понятно. Не такой большой разрыв был, если мы говорим, да? Но доходили, конечно, случаи, может быть, кто-то с премиальными, там, как вот вы актером были, получали за какой-то фильм большие какие-то премии, это оно распределялось по году, и в итоге получалась сумма. Но, сколько я знаю, у нас разрыв был где-то 5-6 раз от самой низкой зарплаты, да, до самой высокой. И это являлось социальным стандартом и мерилом, эталоном социальной справедливости. То же, что сейчас есть в западных демократиях, как мы обобщенно говорим, когда средний разрыв между 10% самыми бедными и 10% самыми богатыми не превышает 8 раз. В Украине еще до революции достоинства было 40 раз. Сейчас, я думаю, еще если больше. Умножим на курс, еще да, в 3 раза, да, сотню раз у нас уже средний доход 10% наибогатших и 10% наибеднейших людей отличается. То есть мы стоим на пороге такого дифференциального разрыва, который в итоге может привести к обрушению государства. И вот как вы считаете в этой ситуации действовать нам? Что же нам рассчитывать, на что вы что понимаете, надеяться? Я, поскольку я немножко знаю политиков, которые стремятся там занять кресло президента, попасть там в депутаты и так далее, то, например, мне очень нравится... Какие политики вам нравятся? Мне нравится один политик. Один такой. Это женщина, Юлия Владимировна Тимошенко. Почему она мне нравится? Я прочитал ее программу, экономическую программу, и был изумлен, насколько, значит, у нее есть хороший специалист, окружает ее, которые создали такую программу, чтобы поднять экономику. Поднять экономику, значит, поднять уровень жизни населения. То есть, что такое поднять экономику? Это значит рабочие места. Это появляются рабочие места, появляется зарплата, и человек может существовать сам и содержать свою семью. Как, например, вот очень хороший пример, не Италия, не Испания, никто другой. Китай, пожалуйста, это коммунистическая страна. 20 лет ее не было ни слышно, ни видно. Ни на внешнем рынке, ни на внутреннем, там все было в порядке. Они поднимали экономику.
И мы знаем с вами, как они ее подняли. Они ее подняли так, что их товары были во всем мире. Они продавали свой товар по всему, даже в США, в Германии. И сейчас такое происходит. И сейчас, да. Понимаете? Вторая экономика мира. То есть вторая экономика мира, понимаете? То есть чем занялись руководители? Поднятием экономики. Все начинается с экономики, потому что и культуре, и спорту, да, и медицине нужны деньги. Правильно? Нужны деньги. Значит, сперва поднять экономику, а затем подтягивать все остальное. Понимаете? Но без... Ну, а инструмент закона, как мы говорим, есть ли необходимость в том, чтобы стать рабами закона в нашей стране? Не просто. Возможно ли это Вы знаете, у Екатерины II, значит, была такая формула хорошего государства. Значит, широко образованный народ, жесткое исполнение законов, как вы говорите, и сильная армия. Вот это сильное государство. Понимаете? То есть жесткое исполнение закона подразумевается, само собой разумеется, понимаете? Вот когда, например, я живу уже здесь много лет, и я вижу, как было в наше время, в мое время, и как сейчас. Ну, вы понимаете, я был и в Европе, я был во Франции, в Германии, в Канаде, там во всех соцстранах практически, в Сербии и так далее. И я видел, мне говорят, смотри, какие там люди культурные. Вы понимаете, почему они стали культурными? Штрафы огромные. Вот коробку пустую из-под сигареты выбросил из окошка автомобиля. 500 евро. 500 евро. Ну, там заплатили. Я хочу добавить, я тоже приехал из Германии недавно. Они самодисциплина, они самоорганизовываются, они сами сообщают тут же полицию, полиция подъедет и штрафует. Безусловно, это есть, да. Ну, а как же нам достичь вот этой формулы к социальной справедливости через закон и, наверное, все-таки теории народного капитализма, чтобы не было такого разрыва в обществе между богатыми и бедными? Я думаю, что сперва наши правители... И депутаты, и наши правители выше, и правительство, и президент должны начать уважать народ. Они должны понять, что народ находится в нищете. Ну, пока не видим этого. Не видим этого. Но если начать, главное же начать, правильно? Народ сразу же обратит внимание на то, что началось улучшение какое-то. В чем-то хотя бы, понимаете? Ну, предположим, с чего можно было бы начать? Доходы какие-то есть же с нашей страны? Есть кредиты? Есть большие кредиты. Почему, например, не остановить повышение цен на коммунальные услуги? Потому что, по сути дела, мы настолько обирают народ до нитки, что уже скоро платить будет нечем. Такого, наверное, допускать нельзя. Значит, нам нужен хороший правитель, мудрый, и который бы любил страну, любил Украину и гражданина и человека Украины. А сегодня, по сути дела, получается какая-то антинародная. Вы хотите сказать, что вот история нам показывает, что там, где нет не только мудрого правителя, но там, где нет социальной вот этой справедливости, когда мы говорим о том, что реформы сейчас делаются за счет населения, и с одной стороны нужно подтягивать тарифы, да, чтобы там качество потом появилось, но в условиях такого ограниченного временного ресурса, не получается так быстро их поднять, как сейчас сделали в 10 раз там газ, там электричество, быстро воду подняли, и люди доходы не успевают. И не предложили им рабочие места, не предложили, где можно заработать больше, а сказали, сами ищите, выживает сильнейший. Это формула, которая ведет в никуда. Да? Никуда. А хорошо, вот радикальных изменений вы видите, нам не нужно, а нужно просто выборы, на выборах избрать мудрого правителя. Каким образом его найти, этого мудрого правителя? Ведь у нас были случаи, что наша элита как бы уже вся в какой-то степени себя показала, и многие говорят, что нужно нового человека искать. А вот как вы думаете? Вы знаете, вот я еще раз остановлюсь, почему я вот свое внимание остановил на Юлии Владимировне Тимошенко. Несмотря на то, что против нее были гонения, там, посадили ее в тюрьму, она прошла через все, что только можно пройти, но она сохранила силу духа, уверенность, я говорю еще раз, по плану экономического развития и подъема страны, который она создала и который она дает людям. Я верю, что женщина, как хозяйка, да, она будет гораздо интереснее и вернее и точнее выполнять свою работу. Потому что, еще раз повторяю, то, что сказал Цицерон, главное – интересы страны и народа, потому что народ – главная общественная сила. Без народа нет государства. Ноль. Если сегодня народ начинает вымирать, то какое же будет потом государство? Значит, уже сегодня надо искать какие-то способы и варианты. И их можно найти и нужно найти, да, для того, чтобы потихонечку, медленно, как говорила одна императрица, что лучше вперед идти мелкими шажками, чем стоять на месте. Вот уже сейчас нужно, чтобы кого мы выберем сейчас, депутатов и нового президента,
потому что Порошенко со своей ролью не справляется. И вообще есть такое политологическое мнение, что предприниматель не может быть президентом, потому что у него частный интерес. Да, конфликт интересов по-любому возникает. Да, конфеты он делает прекрасные. Качество высокое. Да. А вот со своим... Давайте тоже поговорим немножко о высоком. Да. Вот я знаю, что вы посвятили большую часть жизни свою части философии это искусству. Да? Правильно я выразился? Да. Ведь существует вот три научных знания. Собственно говоря, наука, философия и религия. И вот вы прошли через эти две большие такие ниши человеческого развития. Расскажите вот в двух словах, как вам удалось встретиться с какими личностями великими в свое время, и что они дали вам понимание, миропонимание жизни, и если это теми ступеньками, которые камни, являются камнями прошлыми, которые идут все-таки в будущее, к нашему социально справедливому государству. И что вы взяли от них, подчеркнули от этих людей? Вы знаете, я могу сказать такую общую формулу, которую в свое время сказал один из великих поэтов. Когда к нему обратилась одна женщина и говорит, там, Александр Сергеевич, ну скажите, пожалуйста, вот у меня сын уже 3 года, он непослушный, я не знаю, что с ним делать, как его воспитывать и так далее. Он ответил ей краткой фразой. Пусть ваш ребенок всегда будет рядом с великим, с великой литературой, с великим искусством, с великой там, музыкой и так далее. Пусть будет рядом с великим. А дальше воспитание, разумное воспитание, и мы взрастим ту молодежь. Понимаете, сегодня молодежь деградирует, она не знает ни истории, ни литературы. Я уж не говорю, что она там, спросите у нее, кто такая Леся Украинка, она не ответит, кто такой Иван Франко, не ответит, не знает, вообще ничего не знает об украинской ни литературе, ни актеров, даже великих наших актеров на Украине. А вот, скажем, вы помните, что в свое время в кино трудно было попасть. Абсолютно, да. Предварительные билеты продавали, Было трудно попасть. Очереди были огромные, залы были набиты и так далее. Наша киностудия была одной из лучших киностудий Советского Союза. Это был бренд мировой, кстати. Да, мировой. Одна из лучших. Получали международные награды. Фильмы с удовольствием смотрели. Я очень много выступал с творческими встречами. Тогда ездил от Владивостока до Архангельска и с юга. Кто вам запомнился? Расскажите об актерах, о режиссерах, так вот, смотрите, сценаристах. Как только я говорил, что я из Одессы, зал начинал аплодировать. И все улыбались. Это бренд. Одесса – это бренд. Да, и все улыбались, да, понимаете? Да. Но я с очень многими актерами был знаком. Я дублировал Фокса в картине «Место встречи изменить нельзя», дублировал официантку, регулировщицу, работал вместе с Анатолием Кузнецовым и со старшим Кузнецовым. Это у нас великий актер, «Белое солнце пустыни». И тот старый Кузнецов, который играл в сказках там и так далее. Ну, отлично, великолепный актер, высоко эрудированный и очень интеллигентный. Вот что мне запомнилось, что все эти старые актеры, великие актеры, да, они были очень интеллигентными людьми. Ни хамства, ни свинства у них не было. Никакой самомнения какого-то, выпендрежа, тщеславия не было. Ноль, понимаете? Очень интеллигентные люди. Он всегда вежливо скажет, вежливо ответит, никогда не повысит голоса и так далее. Вот с такими актерами я, как говорится, и работал. Ну, с Высоцким я встречался энное количество раз. Я несколько давал даже в свое время интервью, что меня мучило, понимаете, когда я узнал, какие у него есть нехорошие привычки, которые, собственно говоря, его гробят, то я, человек был прямой, и я, тем более, что он ко мне сам подошел и сказал: ты, говорит, был в этом автомобиле в Студебекер, когда мы падали в реку, да, переворачивались? Да, с моста, да. Я говорю, да, мы там были вместе с моим партнером. Я дублировал Фокса, а он дублировал водителя. Нашего одесского актера, кстати. Вот. Он говорит, и сколько заплатили? Я говорю, 50 рублей стоит сложный трюк. 50 рублей? Ты так рисковал? Я говорю, ну вы что же рискуете, когда поете песни, которые кому-то там не нравятся, да? Народу они нравятся, весь народ их любит, но кому-то же они не нравятся, но вы поете их и не сдаетесь. Владимир Высоцкий приезжал у нас в Одессу и делал подпольные концерты, я знаю, Таксопаркина, 25-й, Чапаевской дивизии, угол. Политехническом институте. Угол, да, Жукова. И в Политехническом институте много концертов было, и поэтому, конечно, он тоже рисковал, но он доносил стук своего сердца, да? Стук своего сердца. А как вы считаете, эти люди, они являются образцами справедливости в широком смысле слова? Вообще, вот актерская публика, да, настоящая, та старая, современную я как-то плохо знаю, старая, у них остро было развито чувство социальной справедливости и несправедливости. Когда они видели несправедливость, они не выдерживали, они вступались, там, защищали кого-то, ругались, там, ну,
на эмоциях и так далее. Вот это точно. Потому что когда их обижали несправедливо совершенно, многие из них просто уходили куда-нибудь в уголочек и плакали от обиды, что несправедливо. Вот. Понимаете, поэтому вот Высоцкий мне, ну как вам сказать, великий человек, да, талант, который Бог ему дал, да, который, казалось бы, может еще жить и давать нам энергию вот эту нравственную. Да. И я с ним однажды разговаривался напрямую. Вот я ходил, мучился, подойти, не подойти, думаю, что пошлет куда-нибудь там и так далее. Да, звездная наконец... болезнь, откуда мы ну, знали? Да, ну быть... да, нет никакой звездной болезни. Никакой, да. Никакой. Очень добрый, мягкий человек в жизни, да. Вот когда и поет, он поет, да, надрывно, а потом ты его разговариваешь с ним в жизни, то диву даешься. Мягкий, простой, добрый человек. Естественно. Да, да. И вот я с ним заговорил, дескать, Володя. Он говорит, ты Володя и я Володя, называй меня так. Ну, я так его и назвал. Я говорю, Володя, ты прости, говорю, меня, пожалуйста, но у тебя такой талант, такое талантище, а ты его губишь. Ты его губишь. Ты мог бы еще там, я не знаю, при нормальной жизни и отказаться от этих вредных привычек, ты мог бы жить и радовать нас, радовать новыми песнями, новыми ролями и так далее. Он смотрел на меня, голову опустил. Если бы, говорит, такой человек, как ты, появился бы у меня раньше, хотя бы на несколько лет, то, может быть, со мной этого и не случилось бы. Но, понимаешь, друзья, поклонники, все ходят с бутылками, все ходят с бутылками, суют, выпить, знаю, что ты не уважаешь, ну и так далее. И я, говорит, не выдерживал. И в конце концов пришло к тому, к чему пришло. Ну, мы хотим подчеркнуть с вашего рассказа, очень важно наше такое обобщение сделать, подчеркнуть идею самого коллективизма, самого вот стремления к правде, к свободе, да, да, какое-то взаимоуважение, и в итоге оно выливалось к справедливости, что каждый человек совершенно получал верно. То, что он заслужил. Совершенно верно. Сейчас же у нас, на самом деле, мы видим деградацию, мы видим искусство, культура, она на задворках, и я боюсь, что ее вообще скоро прекратят финансировать от государства. И к чему мы придем? Вот как вы считаете в ближайшие годы? Вы понимаете, если вот киностудия стоит, фильмов нет, сдают в аренду только там... Ну там один в год появляется, да, фильм буквально. Один, ну практически да. Она стоит. Да. Хотя у нас в Одессе очень много замечательных актеров. Я уже не буду говорить о Кире Муратове, я у нее снялся в 3 картинах. Это великая женщина, великий режиссер, ее признает весь мир. Ее фильмы смотрел весь мир и давали ей награды на разных фестивалях. Настолько. Правда, когда ей предложили уехать на Мосфильм, она отказалась. Она сказала, извините, я люблю Одессу. Я люблю Одессу. Понимаете? Патриотка какая. Вот. Понимаете, если у нас искусство будет на задворках, то опять великие все сказали. Если общество, государство лишено культуры, у него нет будущего. Народ же нужно как-то поднимать. Понимать его морально, если фильм нравственный, нравственная картина, нравственная книга, нравственная музыка, великая, вот все должно быть великое, как сказал Александр Сергеевич, рядом с великим. И тогда, вы понимаете, идет развитие духовное, нравственное развитие. Он же не позволит гадости всяких делать, понимаете? В истории так и было всегда. Да, периоды расцвета культуры потом заканчивались экономическим подъемом. Но сперва было, в начале было слово, как говорят, да? Да. Эпоха Ренессанса начиналась с возрождения культуры, в первую очередь. Потом уже подъем был экономический. А что нам сделать, чтобы, кроме того, что вы сказали, избрать сильного лидера с сильной экономической программой, что еще надо осознать нашему населению, кроме законов, как вести себя в сфере политической, ходить ли на выборы, как воспитывать детей в экономическом правосознании, обучать их читать книги, брать образчики культуры. Что нужно в комплексе сделать нашему населению с вашей точки зрения, с высоты ваших прожитых лет, уже у вас возраст позволяет об этом говорить, и тем более вы видели в своей жизни много замечательных людей, режиссеров, сценаристов, писателей, актеров, научных работников. И что, какая квинтэссенция успеха для нашего народа в итоге для вас сложилась в ракурсе вот этого нашего понимания социальной справедливости? Ну, государство, да, очень быстро как-то худеет бюджет. Разные причины, конечно, есть, но как-то очень быстро, раз, исчезает. То есть исчезает бюджет на культуру, на театры и так далее. Я как-то пошел в один из театров наших, у нас были замечательные театры в свое время, и смотрю, декорации, стол, стул, вернее, два стула и стул. Я знал режиссера, и после сказал, а почему такая... Минимализм, да. Минимализм такой. Он говорит, денег нет. Это то, что, говорит, у нас есть один спонсор, он нам понемножку подкидывает, но, говорит, даже у нас актеры
получает вообще нищенскую зарплату, 4-5 тысяч получает, так? И им, конечно, трудно, и так далее. То есть, что можно было бы сделать в настоящий момент, когда государство уже отказывается финансировать культуру, это, понимаете, я считаю, что это как-то на уровне преступления, да? Народ не может быть без культуры, без песен, без книг, без фильмов хороших, без хороших постановок, музыки хорошей. Не может, он не может жить, он превратится в дикаря, понимаете? Лезь на дерево и кушай банан, да? Этого нельзя допустить. У нас есть богатые люди. Вот, например, в Москве Олег Перов финансирует Большой театр. Полностью финансирует зарплату, симфонический оркестр оплачивает полностью. Спасибо ему, да? Там еще там один есть, который... Очень много таких меценатов, да, меценатов. Вот в свое время меценаты были и у нас, в царское время, здесь. Потому что, вы посмотрите, в Одессе один из лучших театров Европы, театров, оперных театров. Кто его построил? Морозли. Я даже бы, купец. Я бы взялся утверждать, потому что я знаком с автором, да, книги о театре, не одной книги, Иваном Степановичем, да, Волочуком, и его, как строителя, заключения и беседы в других таких же театрах Европы, однозначно говорят о том, что Одесский оперный театр, театр оперы и балета является лучшим в мире. Лучше, пока что лучше, не могут этого произойти, да, даже так хотелось бы сказать. Ну так споры были. Да. Теперь смотрите, вот богатые люди Одессы, вот еще два слова. Значит, в России, в царской, значит, было три крупных города. Три. Петербург, 1,5 миллиона населения, Москва, немножко более миллиона, и Одесса, 800 тысяч. Наш город был третий. В Российской империи, вы хотите, да, сказать, да. В Российской империи. И одесситы шутили. Москва, конечно, первый город, но и Одесса не второй. Потому что здесь была высокая культура. У нас здесь были все великие люди и писатели, и кто угодно были в Одессе. У нас была постоянно действующая летом миланская труппа оперного театра. И балет, и опера. Так? Все театры, которые были построены, и украинский театр, и русский театр, и театр музыкальной комедии, были построены богатыми людьми. Каждый из них хотел что-то оставить для Одессы, потому что они говорили «для Одессы». Он не говорил «а что я с этого буду иметь?» А он говорил «для Одессы, для Одессы». Морозли потратил на этот, на опер, лучший оперный театр, он потратил 3/4 суммы, и Одесская дума дала 1/4. После пожара, да. Совершенно, но он даже не пожалел об этом. Он наоборот говорит, я хочу, чтобы Одесса была одним из лучших городов и так далее. В то время Одесский порт был лучше и выше по товарообороту Гамбургского порта и Марсильского порта. Вот, кстати, вот мы хотим обязательно вернуться к своим корням. Мы же говорим, да, что вот такая классическая формула, которую Эрнест Хемингуэй придумал, что камни прошлого – это ступени будущего. А еще второй момент, очень важный, связанный с культурой и с религией, это что история, вернее, культура нации определяется по ее отношению к могилам предков. Вот эти вот сакраментальные вещи, могилы предков, лучшие образчики искусства, культуры, да, науки, они, конечно же, являются фундаментом. Так вот, я тоже в этом примере, в этом ряду ваших примеров сказал бы, что ЧМП являлась наиболее крупной в мире судоходной компания, кстати, в мире. И мы отсюда получали дотации и на культуру, и на спорт, и на детское творчество, на все. Таким образом, мы с вами подходим к тому, что нам нужен государственник. При появлении государственника, которого поддержит все население, мы увидим с вами прорыв, да? Прорыв сознания. Абсолютно. Но потом нужно будет все равно закрепиться на этих точках. Правовое сознание, то есть рабом, да, закона по Цицерону стать надо. Взять на вооружение экономический инструментарий, то есть грамотность экономическую, финансовую людям. И взять модель, ну, опять же, может быть, другая какая-то модель, кроме там либеральной, там, или социал-демократической, или там просто социал-либеральная модель там народного капитализма. И в итоге мы имеем все основания, все перспективы, имея такой высокообразованный, трудолюбивый, я бы сказал, такой народ, самоотверженный украинский, да, да, достичь... Очень трудолюбивый. Достичь. Чего мы можем достичь вот с вашего такого видения? Ну, как вам сказать, главное начать, как говорят, да? Главное начать. Вот с чего нужно начинать? Понимаете? Я думаю, что... вот приведу вам пример. Я однажды прочитал биографию Аденаура, который после Конрад войны Аденаур, да, канцлер восстанавливал Германию. Канцлер Германии, да? Да. Там был, правда, план маршала, помогали ему и так далее. Но он выступил, когда его избрали канцлером, он выступил в Бундестаге. Он сказал, господа, что я очень прошу вас, политиков, не лезьте в экономику. Занимать, деритесь здесь, ругайтесь, спорьте, что хотите делать, но в экономику не лезьте. Мы разрушенная страна, нам нужно ее поднять.
И мы должны начать, и вы должны это сделать, издать соответствующие законы с малого бизнеса, с малого, чтобы как можно большее количество немцев имели какую-то работу. Пусть открывают все, что угодно. Какой-то там срок, там, можно и вообще не брать никаких налогов, пока он не поднимется немножко. Затем средний бизнес. А большой бизнес, он сказал, подождет. У него жирок есть, вот пусть этот жирок он и существует. Пока не поднимем Германию, понимаете? Сегодня у нас малый бизнес... Кстати, я хочу добавить, что не только план Маршалла способствовал поднятию послевоенной тоже Германии, или там, и тоже было во Франции, такие же были проблемы, а еще и программа министра экономики Германии Людвига Эрхарда, который нашел возможности через облигации, через другие инструменты, деривативы, привлечь капитал внутреннего инвестора, граждан самих, как вы сказали, совершенно Германии, которая была разрушена и разъединена. И это дало очень быстрый успех, буквально за после плана Маршалла 1947 года, уже к 1955-1956 году Германия восстановила свою экономику. Ну просто тут видно все невооруженным глазом. А Германия, которая была разрушена и разгромлена, и которую ободрали и ограбили после 400 как липку, сегодня является самой крупной, самой богатой страной Европы. А мы, кто победил этого Гитлера, и Россия, и Украина, сидим в луже, понимаете? Ну, тут еще, наверное, отношение народа, я считаю, к своей власти. Народ почему-то считает, что мы выбрали гетьмана или пана себе, который управляет нами, и мы ждем, когда он ошибется или будет совсем уже плохо. То есть, пока терпец не урвается. Это вот, наверное, плохая черта у нашего населения. Очень плохая черта. Вы знаете, вот если мы эти четыре позиции начнем выполнять, сам народ, вы понимаете, никогда бы не было ученого, если бы он, окончив институт, больше ничем не занимался. Не было бы ученого. Ученый занимается самообразованием всю жизнь в своей теме, в своей области. Да? Вот народ наш, когда-то говорили, что Советский Союз – самая читаемая публика в мире. Да? Мы читаем очень мало. Наши дети, я поражаюсь, понимаете, потому что я все-таки преподавал, и я знаю, что это такое, читают мало. Я даже вам статистику дам. Да. Я статистику по североамериканским штатам и по Канаде. Примерно в 10 раз больше читает средний житель Северной Америки по сравнению с украинцами. Вот этот разрыв, он видно и в экономическом доминировании благосостояния в итоге материально. Значит, формулу можно было бы, наверное, поставить такую. Первое, должна быть очень хорошая экономическая программа. Очень хорошая экономическая, вот типа Аденауровской, Условия для выполнения ее. Тот, кто будет инициировать это, проводить это в жизнь, он должен собрать, конечно, свою команду высокого класса профессионалов в самых разнообразных областях народного хозяйства. Без политики, да? Без политики. Как Аденауэр сказал. Вот вы политики там делите, ругаете, но создавайте законы нужные стране, которые помогали бы нам развиваться, а не законы однодневки. То есть сегодня он нужен, завтра он не нужен. Цицерон говорил вообще, что законы должны действовать 100-200 лет одинаково и не должны меняться. Если он действительно мудрый закон. Так, например, так и было в некоторых государствах, древних государствах, когда они меняли закон, потому что он был хорошим, нормальным законом. То есть вот если мы будем выполнять эти условия, и прежде всего, конечно, воспитывать народ. Система воспитания должна быть разнообразной. Пусть, как бы мы ни ругали Советский Союз, но там система образования, нравственного воспитания была с помощью октябрята, комсомольцы и так далее. Потому что и там к чему учили? Любви к родине, взаимопомощь, честность, порядочность и так далее. И социальная справедливость. Вот этому учили. Другой вопрос, что, как вам сказать... Когда пришли слабые правители, страна и развалилась. Потому что наука говорит следующее. Главная действующая сила истории – народ. Движущая сила – народ. Если приходит умный директор, скажем, завода, завод процветает. Пришел там какой-нибудь пьяница, вор и так далее, завод рухнул. Во всех областях, как только там есть человек, который любит свое дело, который болеет за него, горит, он профессионал, знает, что и как, кого пригласить, кого не пригласить. Все пойдет, понимаете? Но для этого нужно начать. Вот почему я еще раз повторяю. Пусть не думают, что там я рекламирую Юлию Владимировну. Вы имеете в виду, что нам нужно в любом случае выдающаяся личность. Это великая женщина. Я считаю, что вот именно женщина сегодня может поправить дело. Я даже хочу процитировать Валентина Плеханова, одного из величайших теоретиков
политических и философов XIX века, который сказал такую фразу, что выдающаяся личность играет значительную роль тогда, когда они отражают самые наболевшие, созревшие чаяния своего населения. Своего вот у нас чаяние населения – это социальная справедливость, а потом уже, наверное, все остальное. Тогда мы уже будем платить налоги, подавать государству, желательно поменьше, потому что у украинцев такая вот сознание есть 10% подать, не больше. Тогда мы будем выполнять налоги, потому что видим, что сейчас бюджет что-то не попадает, оно тратится, разбазаривается. Тогда мы будем уже думать о чем-то другом, о культуре, о высоком, потому что сейчас мы только выживаем, и даже в церковь очень мало ходят, только в селах практически сходят в церковь, очень мало ходят в городах, и тогда уже только будет это. Но нас, мне кажется, поменять с помощью такого прорывного лидера, как вы говорите, да, общий подход к делу, скажем так, к своему будущему, сказать, что наше счастье в наших руках, мы берем и начинаем, ну, чуть ли не с чистого листа. Помня свою историю, помня свою традицию культуры, берем лучшее, а передовые образцы мировой мысли, как привели Германию, примеры Шарля де Голля во Франции, примеры Китая, Дэн Сяопина и так далее, других реформаторов, взять, выдающуюся фигуру поддержать, да. И при этом самим держать ухо востро, не кричать «геть», дать возможность проявить себя, а поддержать чуть ли не такие полномочия максимального президента будущего, как быстрое наведение порядка в государственных органах, создание модели антикоррупционного, и в итоге победить вот эту комплекс меньшевартости, как то говорят, да? Когда нас люди себя недооценивают, считают, что мы можем, это все там наверху, они там воруют. Надо поддержать такого правителя. Поэтому я считаю, что давайте мы уже там будем нашу передачу заканчивать. Думаю, основные моменты у нас зрителям были донесены. Что бы вы хотели еще предложить нашим народу, нашим гражданам, нашим согражданам? Как быть себя вести, как становиться гражданами постепенно и как достичь этой формулы успеха в итоге, в конечном счете, социальной справедливости, максимально хотя бы раскрыть ее для будущих поколений? Лао Цзи сказал такую фразу: «Без достатка в народе не воспитаешь добрых качеств». То есть сегодня нужно как-то сделать так, ну посмотрите, приведу пример Норвегии, да, Норвегии и той же самой Германии. Значит, в Норвегии они тоже добывают газ и нефть шельфовый, да, значит, в аренду дают месторождение. Вы знаете, сколько они берут процентов с реализации товара? Наверное, очень мало. 80-90% они берут с богатого человека. С богатого, да. И это, а с населения? А эти деньги идут в бюджет. Так. В результате повышаются пенсии, бюджетники, полиция, там, студенты и так далее. 80-90%. С миллиарда, это, представляете, 800 миллионов. Ну, это недрже выкачивается, да. А у нас, куда оно идет, мы не знаем. Понимаете, сегодня то, что наше правительство пополняет бюджет за счет пенсионеров нищих, да, за счет бюджетников, понимаете, это позор. Ну, в Норвегии там король, и поэтому король имеет вес. Он номинальный. Имеет все равно вес в плане политическом, что все-таки недра должны не разбазариваться, и наше общее народное богатство не должно уходить абсолютно в офшоры и так далее, абсолютно, как это происходит сейчас. Поэтому нам нужен не просто там человек интересный, умный, а государственник, который зарекомендовал себя. Обязательно. И тогда мы увидим остальные, сложится эта мозаика, которая будет говорить о том, что социальная справедливость на каком-то этапе, в каком-то периоде, и особенно в таком сложном, как у нас, да, она возможна, и нужно идти этим путем, то есть через благосостояние населения. Да? Вот смотрите, сегодня, чтобы сделать первый шаг, нужно прижать очень богатых людей, миллиардеров, и сказать: ребята, вы видите, что творится с нашим народом? И, например, в результате тех дотаций, которые они могут положить в бюджет, вы же любите страну, вы же здесь разбогатели, значит, помогите стране. Что нам нужно сейчас? Чтобы мы остановили вот это разграбление государства, раз, и остановили налоги и цены. Остановили налоги и цены, чтобы больше они не повышались никогда. Потому что это грабеж народа, грабеж, он уже не выживает. И земли нашей. Да, и земли нашей. Хорошо. Вы знаете, насчет земли. Да. Я как-то был во Франции в этом... Наше учреждение закончилось практически, да-да. Мы должны уже завершаться. В учреждении, где находятся меры весов, и мы зашли в один, там с приятелем зашли в один зал, там под колпаком стоит квадрат земли. Мы подходим, читаем.
Лучшая земля в мире. Полтава, Украина. Украина. Вот на этой такой оптимистической ноте мы хотим завершить нашу передачу. А я вам дякую, Володимиру Юрійовичу, за надзвичайно цікаву бесіду. І бажаю вам крепкого здоров'я і особистого щастя. А нашим телеглядачам сприйняти ті мудрі поради, які були від нашого гостя. А ще раз напоминаю, у нас був в гостях Жаріков Володимир Юрійович, актер, каскадер, філософ, дуже цікава людина. Всього доброго вам, до побачення, до нових зустрічей. Спасибо.